Кухня ЖКХ. Уверены ли вы, что ваша машина во дворе в сохранности? А знаете, что творится по ночам возле вашего дома? Хотелось бы, чтобы всегда все было благополучно, но если что-то случится, выяснить правду или поймать преступника проще, если есть видеосъемка. Как правильно установить камеры, рассказывает сегодня гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Сергей Торхов. Несколько лет, в том числе и Министерство внутренних дел по городу Кирову, настоятельно рекомендует устанавливать во дворах средства видеонаблюдения. Какие видеокамеры? Настенные видеокамеры монтируются в видеодомофоны. Есть разные. Нужно вызвать компанию, а такие компании есть при любом провайдере. Они могут посмотреть. Вы им говорите места, которые хотелось бы прикрыть видеонаблюдением. Они меряют расстояние и так далее. И готовят смету со стоимостью работы. Собирается общее собрание. Старший по дому приносит смету, вызывает этого провайдера, тот рассказывает, что будет сделано, как это будет работать и сколько это будет стоить в месяц абонентской платы. Всю эту систему нужно поддерживать в работоспособном состоянии, соответственно, платить какую-то некую абонентскую плату. Это будет еще одна платежка в почтовом ящике или есть и какие-то другие варианты? Жители принимают решение, или они дополнительно сбрасываются, или ответственным делает управляющую компанию, она из строчки текущего ремонта, или дополнительно собирает какие-то средства. Кто-то старший по дому, через него бывает, когда немного квартир, собирают деньги, оплачивают абонентскую плату. Таким образом это все и решается. Но в любом случае решение общего собрания нужно, поскольку использование общего имущества по стенам прокладываются эти системы. Во-вторых, вся эта система смонтирована, она должна, наверное, все же войти в состав общего имущества дома. А бывает такое, что без собрания камеры появляются на доме? Кажется, что иногда проще самому сделать, чем со всеми договариваться. Тем более, это расходы дополнительные, и не каждый согласится. Есть здесь такой вопрос. Многие жители ставят в какое-то определенное место свою машину. Они на стену дома или куда-то выводят, сами устанавливают камеру. Вот это не совсем законно, поскольку, опять же, используется общедомовое имущество. Если соседу что-то не нравится, то он может потребовать запротоколировать это с общим собранием собственников. Если вы хотите такую систему для своего личного пользования построить, лучше заручиться решением общего собрания. Ну или как минимум разрешением совета дома. Напоследок важный совет. Не забудьте разместить во дворе таблички, предупреждающие о видеонаблюдении. Тайная съемка нарушает права граждан. Кухня ЖКХ.